с понедельника. Если в вашей жизни что-то не заладилось... Я полюбил другую. Как это? В общем, месяц назад я подал на развод. Если вам стало совсем грустно и одиноко... Кто там? Ваша тетя Люся! Ой, тетя Люся приехала. Не печальтесь, ведь любимая тетя уже спешит к вам в гости. Здравствуйте! Надо выпить за встречу. Чуть-чуть хватит. Что значит чуть-чуть? Она наведет порядок у вас дома и в вашей личной жизни. Скоро свою квартирку вы не узнаете. Мы вместе хозяйством и займемся. Подъем в 6 утра. Во сколько? 6. Не, ну нормально. Ненавижу, когда кто-то путает мои планы. Елена Дробышева, Анна Каменкова и Татьяна Кравченко в многосерийном фильме «Если у вас нету тети» с понедельника на ТВ-РУС.